Книга «Открытым оком». Вопросы по Святой Библии, номер 355. Матфея, 8 глава, 22 стих. Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». А в другом месте написано, Екклезиаст 7:4. «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Отвечает Игнатий Лапкин. Земная жизнь дана для очень важной цели – родиться свыше и возрастать в возраст Христов. Иоанна 3, 3 глава, 7 стих. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ефесянам 4 глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь на земле, словно тень, нам дана, но лишь солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой поутру расцветал, а уж к вечеру зной пожелтел и завял. Наша жизнь – это звук, как удар молотка, как нежданный испуг, так она коротка. И не думаешь ты ни о чем, человек, что ты скоро умрешь, и короток твой век. Постарайся же ты, и Христа поищи, в нем отраду найди и покой для души. Жить не только лишь здесь, быть на этой земле, но блаженной жизнь быть на той стороне». Когда Господь говорил желавшему за ним пойти: «Оставь мертвецам», этим он не запрещал хранить, но показывал важнейшее, к чему вопрошавший стремился. Проповедник, миссионер ничем не должен быть связан. 2 Тимофея 2:4. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. В этой жизни не до смеху. 1 Петра 5:8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лука 6 глава 25 стих. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Екклезиаст 2:2. О смехе сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает? Находясь в доме плача, человек задумается о себе, примеряет эту истину, ситуацию. Как все скоротечно и какие мы временные. Летит безжалостное время, промчались тысячи годов. Пройдет и нынешнее племя, вослед исчезнувших родов. Так вечность день за днем стремится, не оставляя нам следа. И жизнь на крыльях ветром мчится, придет и наша череда. И наши громкие деяния, труды, заботы, суета скользнут в пучину мироздания, как неприметная мечта. Так вот, зачем ты, свет, родился и столько выдержал скорбей? К чему твой жадный ум стремился, чтоб стать добычей червей? То жизнь и счастье – признак ложный, всегда кружит тебя во мгле, и забываешь прах ничтожный, что ты прохожий на земле. Но есть за гробом жизнь иная, жизнь вечная, без счета лет. Тебя там участь ждет какая? Об этом думал ты или нет?